Британия согласилась на требования Испании по Гибралтару. Британская сторона согласилась учитывать мнение Испании при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром. Великобритания дала согласие на требования Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны. Об этом со ссылкой на госсекретаря Испании по делам ЕС Луиса Нальдо сообщает в пятницу, 23 ноября, агентство Associated Press. По его словам, у нас, у Испании, ред. Есть обещание, обязательство от британского правительства, заявившего о готовности гарантировать. Оно займется прояснением того, что мы от них требовали. В то же время Нальдо заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето относительно соглашения ЕС и Великобритании по Brexit. Он пояснил, что пока не видел письменных обещаний Британии учесть требования испанской стороны по Гибралтару. Он пояснил, что Мадрид хочет от Лондона обнародования этих письменных обещаний. В частности, Испания хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. Сейчас подобный пункт в связанных с Brexit документах отсутствует. В четверг ЕС и Британия на уровне переговорщиков согласовали декларацию о будущих отношениях, в которой также ничего не сказано о Гибралтаре. Как сообщалось, власти Испании и Великобритании не могли согласовать свои позиции относительно Brexit. Ранее Педро Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта news.com.